Если ты еще не начал играть в Warface, то тебе очень сильно повезло, ведь сейчас ты можешь начать играть с бонусами, а именно с донатом, випкой и крутыми пушками. Просто зарегистрируйся по одной из ссылок в описании. В первую тебе дадут весь боевой сет с крутыми пушками, за вторую ты сможешь открыть золотой кейс абсолютно бесплатно. И то, что с него выпадет, тебе сразу передадут на твой новый аккаунт. А если все же хочешь начать играть с випкой и очень редкими пушками неон, то регистрируйся по третьей ссылке. Если ты прошаренный чувак, то просто возьми и забери весь донат со всех ссылок. Получи огромную кучу доната и нагни всех новичков, ведь не все знают про эти акции, и ты сможешь спокойно набить себе офигенную статку и также быстро накопить кучу варбаксов и открыть крутые пушки. Также в описании будет ссылка с гайдом, где также можно забрать редкие пушки совершенно бесплатно. Ссылки на все ты найдешь в описании к видео. Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега. Недавно я увидел видео у Димона, что он открывает кейс Элиза. Я вообще ни хера не понял, потому что я зашел на игромаркет и не увидел никакого кейса Элиза, и тем более подумал, что это, сука, за бред, какую кейс Элиза, вы что, гоните, что ли? Но, серьезно, кейс, сука, Элиза, он доступен просто только тогда, когда он стримишь. Я сейчас сижу в полном шоке, я купил 50 этих кейсов, потому что золотая берета, берета радиация, камуфляжи всякие, но обычно даже береты еще есть, нихера себе. То есть мало призов и есть всякие золотые береты, сижу в полнейшем шоке и понять не могу. Кейс, серьезно, Элиза, я посмотрел, а в чем прикол, то что когда... Люди, получается, покупают этот кейс, ему это приходит на стрим, то есть, то и непонятно, какой-то процент он с этих бабок, с этих огромных бабок, то есть, не знаю, Юпитер себе собирается купить Элис, или как это вообще работает, просто ему прямо это, прямо когда ты покупаешь, можно сообщение на стриме писать, типа, ему все бабки идут, навряд ли все бабки, что за бред, я так бы никогда не сделал, типа, какой-то процент даже с этих бабок идет Элизу, то это капец, потому что, мне кажется, такие кейсы, они очень сильно продаются, и, естественно, я хочу их открыть, вообще, когда давно мне кто-то говорил, ну это всего лишь слухи, можете особо не вслушиваться в это, потому что слухи и слухи, но есть один факт, то что админы Warface, были парочка блогеров по этой игре, довольно даже знаменитые блогеры, которые админы звали в админы Warface, то есть работать прям и к ним в Mail.ru. То есть, понимаете, да, ну там, скорее всего, бросить YouTube пришлось бы, потому что, опять же, куча соглашений всякие подписать, то говорить нельзя, это говорить нельзя, и все эти блогеры отказались, но был слух, то, что Элис хочет переехать в Москву, это всего лишь слух, опять же, и, опять же, работать в Mail.ru, и, возможно, не знаю, кейс, потому что почему именно Элиза, там, не знаю, кого-то еще, как бы много кого есть, и вообще админы сюда редко какие-то кейсы добавляют, и сразу добавлять кейс именитого ютубера, это что-то интересное. Интересно, и хочется в этом, естественно, разобраться. Можете написать в комментариях, что, в принципе, думаете об этом вы. Кстати, в этом видео я разыграю, давайте, 20 кейсов Элиза. 20 кейсов Элиза я разыграю. Если вам не нужен кейс Элиза, то на эту сумму можете взять другие кейсы. Чтобы принять участие, все лишь ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Также после того, как мы откроем сейчас все эти кейсы, я покажу вам все эти пин-коды. Потому что вот эти береты, радиации, они мне все, в принципе, не нужны. Хотя бы там парочку оставлю, еще на стриме раздам. А вот эти випки, все, мне там еще до хрена пин-кодов было. Покажу вам, если вам нужна реально берета, там на один день випки, активируйте, пожалуйста, один пин-код. Если нет, то, в принципе, не трогайте. Все равно они там очень быстро разлетятся. Но пока что мне выпадают только одни береты на один день. Я до сих пор сижу в полном шоке, что... кейс Элиза, может быть, как-то дальше они будут это продвигать, мой кейс добавить, вы прикиньте, мой кейс, это там получается, это что там, это там Калика будет, это там Бластер, Тауэр СНР будет, что там интересное будет, ну, вряд ли, конечно, они мой кейс добавят, мне кажется, мне так кажется, что на Элизе они, скорее всего, и остановятся, ну, может быть, еще там какого-нибудь блогера, в принципе, можно добавить. Ну, вряд ли, что-то я не знаю, какая выгода админам от этого добавлять какие-то именитые кейсы, тем более открыть его можно только когда он стримит, только по промокоду Элис25, то есть что вообще происходит? То есть люди, которые смотрят это видео, к примеру, могут сейчас зайти на этот игромаркет, не увидеть кейс Элиза и, честно говоря, охренеть, потому что я до сих пор сижу, охреневаю. Что за говно мне падает? А ну быстро, Элис, дай мне берету навсегда! Золотую вообще сразу, давай мне берету, вон какую-то Антону. Не буду рифмовать. Выпала берета. Золотая берета, сука, почти выпала. Я не знаю, какой тут шанс. Может быть, специально они тут шанс еще меньше сделали. Ну, то есть, понимаете, как это все работает, чтобы побольше бабла сгрести. Потому что 50 кейсов, если я открою, и ничего не выпает. 50 кейсов, это, кстати, напомню, 2500 рублей на это все дело потратил. А 2500 рублей, это 5000 кредитов. За 5000 кредитов, в принципе, можно было в свое время на торговой площадке берету навсегда-то прикупить. И админы даже золотое оружие ЦР распродают за 4000 кредитов. То есть, мне кажется, какой-нибудь обычный, хотя бы камуфляж ссаный навсегда можно.
можно выдать. Но нихера себе, сколько берет там пролетает. И вообще, и одна только берет у Антона. Я помню, когда... Мне, кстати, никогда в этих кейсах не везло. Можете посмотреть, я там по 30 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей тратил. Никогда. Один раз в жизни мне повезло. Мне выпала берета радиация навсегда. Но она выпадала очень многим. Прям вот эти выигрыши, они просто постоянно обновлялись с беретами новыми. И мне казалось, что каждому там, кто тысячу рублей закидывает, тому она и выпадает вообще 100% вероятностью. А так мне нихера никогда в этих кейсах санных не везло. Просто всегда... Один день, випочка, не випочка, спасибо, сука, спасибо. Вот опять, берет и радиация один день. Твою мать, я очень сильно устану это все дело раздавать. Видите, бонусный балл, это я давно еще, это когда первый кейс не только добавили, я уже все это дело получил. Надо вообще было на твинке открывать эти кейсы, не знаю, почему я на этом аккаунте начал открывать. Там хотя бы мне, вот когда 1000 баллов накопил бы, дали бы наган, люгер, правда, это не особо нужные вещи. Поэтому, чуваки, продолжаем открывать дальше. Кстати, берета радиация у меня навсегда до сих пор тут лежит, я до сих пор не придумал, что с ней сделать. Можете также написать в комментариях, что мне сделать с пин-кодом на берета радиация. Кто-то говорил, что она там год всего работает, но я же ее не активирую, то есть я прям пин-код еще не показан, у меня просто в инвентаре лежит и дожидается момента, когда я, мотафака, смогу наконец-то ее либо передать кому-то, либо продать, либо еще что-то с ней сделать. Просто у меня везде берета есть, не знаю, как бы найти человека, которому можно было, в принципе, подарить эту берету, но опять же нужен какой-то случай. Ну, что-нибудь придумаем, я просто только сейчас понял, что она у меня, в принципе, есть, так что, в принципе, придумаем. Пока я открыл 40 странных кейсов, и мне не выпало ни хрена. Опять, смотрите, до сих пор куча берет пролетает, и до сих пор единственный Антон. Елена, ну это с какого-то другого кейса, она выбила себе пистолетик. Жесть какая-то, чуваки, что это вообще такое? Просто 9 кейсов осталось, и вообще даже ссаный камуфляж мне не выпал навсегда. Но походу шансы на этот кейс, я думал, она мне навсегда, сука, выпала, ах ты тварь. Ну тут еще анимация, блин, смотрите, просто как они обновляются быстро. Еще анимации сраные одинаковые. Ну дай ты мне хотя бы камуфляж обоссанный на Open Cup на 2500 рублей. Ну твою мать, на кейсы. Не знаю, почему-то мне когда-то на кредиты, на все вот это подобное тратить деньги было, ну как бы не так. Ну когда на кейсы ты их тратишь, ты, сука, ты просто все просираешь. Просто жесть. Я не знаю, счастливчика, которому с этого кейса еще может золотая берета выпасть, потому что херня какая-то, это жесть какая-то. Где 50 кейсов? 50! 50 кейсов, твою мать, все на один день. Все, Элис, я в тебе кейс больше не вернусь, если ты только обновишь свой день, в жопу все равно не вернусь. Жесть какая-то, еще-то все, два кейса. Жесть какая-то, ну давай, ну появись. Да сука, на камуфляже хотя бы выпадет, да твою мать. О нет, да серьезно, 50 кейсов, даже обычный камуфляж не выпал, твою мать. Вы серьезно, что ли? Да вы О, боже ты мой, да вы гоните. Это что за херня? Антон две билеты уже получил? Я просто не знаю. Короче, чуваки, я вам сейчас показываю очень много пин-кодов. Активируйте, кому нужно. Затрахался там, нажимайте, чтобы они вам показывались. Не знаю, все ли там, не все. Остальные раздам вам на стриме, поэтому обязательно подписывайтесь. Вот, чуваки, все пин-коды. У кого она есть, не забирайте. Випускатели тут также есть. Не знаю, в этом видео они не выпадали, не в этом видео. Короче, какие-то в разнобой все активировал. Вот они, береты, випускатели. Все разбирайте. Сейчас я вам по-быстрому их покажу. Вот они пин-коды, просто на стоп ставьте, вводите данный пин-код, не знаю, за минут, хотя 50 пин-кодов, если, мне кажется, за 15 минут это все дело не разберут, может быть какой-то где-то в середине вообще останется, который вообще не активирует, потому что у меня такое было, пин-коды оставались, которые... В общем, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, с вами был Серега, все ссылки вы найдете в описании, увидимся, пока.